разматывается на 150 метров этот шланг. 50 метров, и он продувает конденсатор внутри. На него одевается сопло, которое находится внутри и горизонтально, и вертикально, и заднего хода. И он пробивает трубу полностью, очищает и продувает на всю длину трассы. Здесь шланг все остальное, высокое давление, он дает до 20 атмосфер. Вот ее прибор здесь. В рамках этого проекта Иван Павлович уже сказал, будет приобретена специальная техника. Иван Павлович сказал о том, что уже 2 единицы находятся на территории АПТЕРМО, каналопромывочная и водовозка, 2 экскаватора, 2 аварийные и 1 оперативная машина. Это такое очень серьезная модернизация самого предприятия в плане технического оснащения. И вот этого потенциала хватит для работы предприятия, думаю, минимум на лет 10-15.